Охренеть. Ну это давай рукопашку. Хотя нет. У нас пистолет есть. Давай его. Бам! Так, собираем все, что с них упало. Нам дают только зеленые жидкости всякие. Всякие разные, да. То достаточно в маленьком количестве, ну, если сравнивать с тем, что мы, допустим, тратим на зомбиков этих. Ну, я надеюсь. Да, вот пропустил тут. Все, здесь, я думаю, бутылку нафиг, ладно. Так, вот тут я еще не был. Или был? Нет, тут, наверное, был. Спрятаться можно. И вот тут еще кое-что. Нормально. 200. Давай, чувак, я тебе принес. Ну, блин. Эх. Походу я управляю. Немного напоминает какую-то флеш-игру, типа давить зомби, там, я знаю, как это была какая-то. Ой-ой-ой, там мост. А, ну ясно, да. Да ты охренел. Да, это самый легкий босс, которого я видел. Который почти ни одного, по-моему, урона, единицы урона, ни одной, по-моему, не нанес. Так, новая глава, не очень хорошо называется. В доме какие-то ящики из каких-то из-под какой-то еды. Какого хрена это делает? Так. Да ладно, чуваки, ну. Kidman! Почти полное здоровье. Почти, заметьте. Так, кто-то уже нас заметил, да? We won't know unless we get down there. If you're down there, hang on. We're coming. Да, мы идем. Мы идем. Так, Майер исчезла уже несколько дней. Я написал заявление, но они думают, что я сошел с ума, ее машин в компьютере нету. Никаких намеков на состав. Так. Значит, все считают, что его бросили. Значит, вспоминают, что он пьет. Так, только они считают. Меня условно виноват в том, что она ушла. Я-то знаю, что она не ушла. Вот. Было близко к разгадке тайны. Так что тайна всегда так.
Так, 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 сейчас мы возьмем. Вообще, где я оказался? Так, вот тут у нас есть патрончики, дробовичок. Кстати, давайте перезарядим все, чтобы нам влазило всякие разные патроны. Ну, тут тоже не помешает перезарядить. Вот, бам. Детальки у нас тут. Мало деталей относительно, конечно, но зато у нас болтов есть. Достаточное тоже количество. Так, вот мы пистолетик. Кто-то... Чё за фигня? Офигеть, нам дали. Чё, всё? Ну, хорошо, хоть без... Да кто замечает меня, я не понимаю, а? Давай, выходи, покажись. Чё, я не понял, чё такое? Сцыш. А, стоп. Давайте-ка... Каждый миллиметр важен в этой игре. Ладно. Охренеть. Это ловушки там установил. Ни хрена здесь не происходит. Почитаем, что тут у нас. Особняк семьи Викторияно сгорел дотла. Полагают, что это был поджог. Местонахождение владельца дворника неизвестно. Круто. Не надо гнать человека. Кстати, а где картина? Я к тебе недавно заходил. Кстати, у нас есть ключик. А, да, сейчас мы глянем, что там по фрагментам. Надо поискать, где там их собирать. Или что там делать с ними. Походу, где-то здесь, я так понимаю. Давайте попробуем. Здесь ничего нельзя, да? Может, тут? Хм. Тут тоже нет. Мне сказали, что где-то там... Где-то там около сейфов каких-то. Ну, тут, что ли? Интересно. Давай-ка вот этот. Погоди, я хочу вот этот. Давай 7000. Ой, нормально. Так, сколько нам дали? 5000. Ну, тоже неплохо. Так, а вот тут у нас слеповые нам надо забрать. А, и все. Так, а вот насчет фрагментов-то мне где-то что-то там говорили. Ух ты, здесь тоже можно. Блин, где же мне тут сказали, какие-то сейфы мне сказали. Странно, смотрите-ка. Так, значит, вот сейфы, да? Или что это такое? Нет? Ну хорошо, вот это больше даже походит на сейф. Но я ничего не вижу. Может быть, что-то надо нажать. Либо это какие-то определенные, ну, какое-то определенное время. А, вот, смотрите-ка. Так, но... но это, мне кажется, не столь важно, то есть... не об этом... Мне вот эта карта ни о чем не говорит, хоть ее и нет, но... Не знаю, может быть, конечно, я ошибаюсь, может быть, она, когда полностью соберется, обязательно что-нибудь нам расскажет. Мы, прежде всего, качнем... Так, по обоими у нас емкость магазина. Это так запасы. А, к сожалению, мы все прокачали. А, ну нам просто их не дают. Мало, да-да-да, мало. Итак, мы, пожалуй, качнем. А, шприцы все, да. Жалко. Спички неохота даже тратить. А вот болтики бы я потратил. Но на что? Криоболт. Так, зона замораживания меня не интересует. Вот электроболт. 4 секунды, смотрите-ка. 6, 6, 10 секунд. 10 секунд. Гарпунчик.
Дополнительный урон. Ну, дополнительный урон, он и так с первого раза пробивает их, я так заметил, гарпун этот. Вот, а по остальным у нас, если только... может быть, для винтовки... Так, сколько у нас? Плюс 2, 6 тысяч. Давайте качнем. Оружие у нас, множитель урона с винтовкой. Нет пока возможности приобрести. Значит, дробовичок мы можно качнуть. Скорострельность. Так. Емкость. Так, множитель урона. 200. Да вы охренели. 200, посмотрите, будем копить. По-любому надо копить. Я думаю. Нормально, чё. Так. Давайте сохранимся уж. Я люблю сохраняться. На всякий случай. Так, а что тут у нас? Давай сохраняем сюда. Перезаписываем. Там можете даже не спрашивать. Я уверен, что мы будем перезаписывать, да? Была у меня одна любимая игра, которую я хотел записывать каждый новую ячейку. У меня даже все ячейки закончились. Так, я часто сохранялся, хотел заново. Ну, потом даже заново прошел, ну. Контрольная точка. Тем не менее. Тем временем, точнее. Долго, очень долго обезвреживает. Всего одну деталь. Так, а у нас там... Не, никак туда, я думаю, не пройти. Так, а все. А здесь ничего нельзя. А, ну тут деталька, это да, тоже нельзя двигать. Эх. Jesus. What could cause this much damage? Subway sticking out of the ground? Yeah, but look how it's positioned. If we can get over there, we might be able to use it to get across. Let's just concentrate on getting out of here. Непонятно, почему можно было по правой стороне просто пройти. Так прям заинтриговали тут, блин, мне прям охота уже пройти. Знать, чем там финал. Так, что тут все собрали или нет? Ясно. Спускайся давай. Стоп. А, залезть. No, don't risk it. Да почему, ёп? Hold on. I think I see another way down. I'll meet you on a lower level. Почему не надо рисковать? Он бы перепрыгнул. Damn it. First Kidman, now. Ненавижу этот звук. Ненавижу эти... Да какого вот хрена? А мы же его замочили. Спички надо было прокачивать.
одну детальку нам дают.